В год экологии необходимо всеми доступными способами привлечь внимание населения к охране природы и призывать его к бережному отношению к ней. Об этом сказал министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев во время литературной встречи, которая прошла сегодня в Национальной библиотеке. Он рассказал, что подобная встреча состоялась впервые год назад, а теперь будет проходить ежегодно. С пожеланиями, чтобы к работе присоединились все районы, глава ведомства прочитал стихотворение Семена Данилова. Также ученики школ города Якутска прочитали стихи и произведения русских и якутских писателей, поэтов, выступили с интересными докладами. Я принимаю участие в субботниках, сажаю деревья, цветы, кормлю это птичек. Ну, я кормушки, если честно, не делала, но вот да. 2017 год является годом экологии, и еще нужно призывать людей беречь свою природу.